Возраст приема в школу с 6,5 лет и далее на усмотрение родителей до 8 лет. По закону ребенок должен идти в школу по месту официального проживания. С 1 февраля по 30 июня будут принимать заявления о тех, у кого есть постоянная или временная регистрация. На этом этапе вопросы, связанные с утерей или нехваткой каких-либо документов, трактуются в пользу детей и их родителей. Родителю достаточно написать по форме заявления, а оно заранее, форма на сайтах каждой школы размещено. Фактически ответственному в школе, подав документ, подтверждающий родство и свидетельство о рождении ребенка. Дополнительных документов, это справки, СНИЛСы, полисы, родители могут предоставить по желанию. Столпотворения у нас нет, мы стараемся работать со всеми обратившимися, какой-то очереди нет, по поступлению заявления сразу же оно обрабатывается, ребенок зачисляется в школу в течение 7 рабочих дней согласно нормативам. Если вакантных мест нет при наборе запланированном, будет открываться дополнительно класс. С 1 июля у родителей появится возможность выбрать школу при наличии в ней свободных мест. Также своих детей смогут устроить те, у кого нет постоянной регистрации в городе-курорте. В 2 анапские гимназии будут набираться дети со всего города на конкурсной основе.